Он мне очень нужен. Так, давай всех песок уже. Сколько есть у нас. Так, подлечимся. Так, здесь нужна ракетку кинуть. Так, сюда тебе лимонки. Так, сюда. Да, Дуда, плей. Потом купим мы еще много чего интересного. Так, здесь можно собачек просто, в принципе, отправлять. Пускай собачки работают. Здесь сразу мы взрываем его. Второй. Песок. Так, сразу подрываем. Давайте еще песок. Подлечимся. Все, кидаем. Так, сейчас еще подлечимся. Так, бросаем сюда, стреляем. Так, собачек уже, все, всех последних собачек отправляем. Так, взрываем. Так, у нас последний этот самый. О, два вертолета у нас последних осталось. А, вот, смотри. Последний вертолет. Не знаю, сможем мы его добить или нет. Я надеюсь, сможем. Да, да, да. Ребятушки, мы прошли уровень. Хорошо. Хорошо. Так, вроде бы как последний уровень, но мы его сейчас, я думаю, нормально пройдем. Так, особое, давай купим ракет. А, в арсенале посмотрим, что мы здесь можем собрать. Броники. Так, 11-11-12. Так, вроде бы все. Отправляемся, это у нас получается последний, да? Ё-моё, опять эти вертолеты стоят. Ладно. Давайте. А, Гзот стоит, а я чуть не заметил. Так, давай подлечимся сразу. Песок отправим. Да, песок много не бывает. Они всегда нам помогают, дружище. А я вас не всегда-то и покупал. Так, вот это. Сейчас еще один зод будет. Так, песочку. Так, быстренько подлечимся. Что-то я что-то забыл. Так, а ну-ка давай. Сюда подорвем. Так, авто. Ой-ой-ой-ой, сколько у вас ребята-то, а? Все, здесь, конечно, мы и не справимся с этими ребятушками. Там аж два вертолетчика. Давай еще раз попробуем. Сразу песок мы отправляем побольше. Так, стреляем сюда. Стреляем сюда. Так, на этих мы должны тратить. Потратим. Ладно. Все, закончилось у нас. Так, подлечимся. Так, гранатку кидаем. Так, ну... И на этого прям мне не жалко, мне я побольше там закинул лимоночек. Так, быстренько подлечимся. Ё-моё, смотри, а, вертолет. Давай тогда. Так, все, у меня все закончилось. Не знаю. А тут еще и бежать, да и бежать еще. Еще много-много-много этих врагов у нас. Ну давайте, собираем что, денежки, все, что. Все, что плохо лежит, мы все забираем. Ладно, сейчас мы еще раз сюда сбегаем. Еще раз бегаем. Так, здесь я спешу, поспешил. Так, ладно. Давай еще собачек. О, thank you very much. Thank you very much. Это у нас... Этот самый попался. Сейф. Он мне очень нужен. Так, давай всех песок уже. Сколько есть у нас. Так, подлечимся. Так, здесь нужна ракетку кинуть. Так, сюда тебе лимонки. Так, сюда. Давайте ножами побросаемся. Все, все закончилось. Все закончилось, ребятушки. Здесь нужно конкретно другое снаряжение, другое оружие. Так, заходим в сейф. Да, оружие нужно нам конкретно более мощное. Также кипарик и броньку. Сейф вообще там что-то, я не знаю, что лежит. Он очень тяжело открывается. Опа, нифига себе. Сейчас зайдем в арсенальчик. Так, что у нас с оружием? 14 уровня, понял? 12. Так, 15. Новый автомат. Ох, нифига, вот это крутой автомат. Так, 12, 13, 14 уровня. Так, по кепкам. Ух ты, ух ты, ух ты. 15 уровня. Так, а у нас 16, да. Ё-моё. А нет, смотри. 17 уровня. Офигеть. Это прям вообще круто. Так, по бронежилетам. Что у нас здесь есть? У нас вообще максимально 16 уровня.
Давайте соберем что-нибудь интересное. Что, где? Где еще? Что? А, вот 12 уровня. Да, 13 есть. 14 есть. 15 есть. И все. И закончилось. Так, в особое. У нас дофига денег. А, давайте купим аптечку. 3 аптечки, понял? И давай купим, улучшим собачку. Да, почему нет? 12 собак станет. Офигеть. Собак очень много. Так, давайте сразу. Собачек. Так, быстренько ракетку. Сейчас. О, поспешил я ракетку сюда бросить. Ракетку нужно бросать вот сюда. Так, давай собачек побольше. Да, стреляем ракетку. И сюда ракетку. Так, сразу быстренько. Отличиться надо. Так, пески. Сколько у меня есть? Так, давай еще подлечимся немножко. Всех собачек мы отправим. Ножи. Ножи используем. Все, нету никого. Ни собачек, никого. Ё-моё. Так, деньги собрали. Все. Сколько смогли, только собрали. Отправляемся дальше. Да, тяжко, тяжко, тяжко. Так, пески. Ракетки. Давай всех собак отправим, не знаю. Что получится. Вообще месиво, да? Да, так, конечно, опрометчиво. Тратить все, может, и не нужно. Так, все, собрали, что надо. Смотри, да? В одного фигачат, и все тут. Тут еще, видишь, зоты. Здесь надо по-умному идти, кто выиграть. По-умному, ребята. Все. Сейчас отдыхать пойдет. Все, пошли отдыхать. Что у нас есть особое? Денег у нас мало. Давай ножи прокрутим. Пойдет. И вообще будем деньги собирать. Копить. Не будем сильно тратить. По маскам. Угу. Так, очки только остались. Да, вообще ни о чем. По броникам. Так, вот 12. 12 броник. Все? А, нет, еще что-то. А что? Я не вижу. Какой еще броник здесь собрать надо? А, вот, 10. 11. Так, ну и все, ладно. Поехали. Так, смотри, собачек выпускаем. Потом стреляем. Так, не спешим. Вот здесь стреляем сюда. Давай собачку одну. Ага. Я думал, она убежит. Нормально. Так, эпизод. Подлечиться быстро надо. Зод также. Собачек. Ага, вертолет. Лимон. Подлечиться. Так, давайте побольше лимоночек. Сюда побольше собачек отправляем. Всех собак отправляем, сколько вообще есть. Так, все, здоровье у нас уже фигачится. Ё-моё. Чуть-чуть там доехать-то надо было еще чуть-чуть. Давай еще раз пробуем. Вдруг нам этот самый сейф какой-нибудь откроется. Так, 3 собаки я отправил. Так, вертолет. Дядька. Так, еще один вертолет. Давай, еще 3 собачки. О-о-о! Сейф. Это хорошо. Подлечимся сразу. Так, зод. Стреляем. Подлечились. Собачек. Ножей куча у меня вообще. Куда у меня ножи улетели, ё-моё. Да, вертолет. На вертолет ножи вообще никак не действуют. А, как они подействуют? Все, здесь вообще тяжко, тяжко, тяжко. Но мы прошли. Нормально. Сейф. Давайте, ребята, откроем сейф, посмотрим, что в сейфе. Нифига, как он. Так, открыли сейф, много чего получили, ладненько. В особое, давайте, что мы можем приобрести? Ракет, 8 ракет, хорошо. И в арсенале. А тут нет, интересно, вот так автоматического? Прикинь, ребята. Тут можно так было делать. Новая бронька, круто. Так, вот здесь собираем 13-й, 11-й.
12. Ну, все, здесь все. Так, здесь, по кипарикам. Так, вроде бы тут больше ничего нету. Да. По оружию. Представляешь, можно было так автоматически было собирать их. Кто бы знал, а? Новое оружие 17 уровня, нифига себе. Так, ну все, здесь вроде бы все собрали. Это на 17-го? Да, у нас тут все 17 уровня. Особое, что здесь можно? Гранаты купить? Давай еще 10 гранат купим. Все, отправляемся в бой, посмотрим. Так, собачек. Ага, тебе надо сюда вот так вот сделать. Так, тебе сюда так. Тебе можно вот так вот сделать. Так, собачек сразу отправим. Ножичком можно бросить. Так, зод, вертолет. Подлечимся. Подлечимся тут. Так, давай тебе ножичком. Тебе сюда вот этого. Так, собачек. Бомбочку. Так, ракетку. А, все, ракетки закончились у меня. Давай туда. Собачек сейчас. Все, всех собачек я отправил. Так, здесь можно ножи использовать. Здесь гранатки. Ой-ой-ой, собираем, собираем, собираем. Что успел собрать, не знаю. Так, зайдем в арсенал, посмотрим. Так, что у нас по оружию? Так, 12, 13, 14. Так, здесь все. По кипарикам тоже мы сейчас соберем. 12. Так, все, давай здесь. По бронькам. 13, 14, 15. Все. Отправляемся дальше. Так, собачек сразу. Так, вот сюда гранатку. Так, поспешил я. Поспешил. Гранатку бросить. Песочек. Так, сюда ракетку, ракетку. Тоже ракетку. Так, ждем, ждем. Песок, ракетку. Еще песок. Так, с вами я буду использовать ножи. Так, бомбочки. Так, все бомбочки отправляем. Так, две собачки какие у меня есть. Так, гранатки. Да. И тут, смотри, два кзота у меня стоит. И два вертолетчика. Еще там чувак какой-то стоит. Офигеть. Вот это босс, ребята. Вот это реально босс. Я надеюсь, вы меня не побьете. Мы будем последний уровень записывать все-таки. Скорее всего, новую серию будем делать. Чисто. Потому что слишком затягивается ролик. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, передавайте привет. Всем до новых встреч и смотрите, скоро выйдет финальная битва с боссом. Всем пока-пока, до новых встреч. И не забывайте заходить почаще на канал Duda Play.